водоросли нужны для красоты в море. И чтоб медузы кушали. Чтобы было красиво, можно украсить какой-то бассейн или яму траководом. Они для красоты на море. И они в море плавают, и море будет чистое. Водоросли нужны, чтобы рыбки прятались. Людям водоросли не нужны, их есть нельзя. Некоторые рыбы едят их. Ну, я знаю, что из водорослей можно еще сделать соусы. Дельфины похожи на синего кита. Дельфины очень быстро плавают. Дельфин – это кит, у которого есть фонтан. Дельфины добрые. Дельфин – это такая рыба большая, немножко длинная и толстая. Ну, я много знаю про них, но не очень много. Дельфин, он бывает розовый и синий. Но зато быстро плавает. Дельфин похож на маленького кита. Я пока не знаю, что он кушает. Дельфины кушают водоросли. Едят рака и рыбу. Дельфин – это такое животное, похоже на рыбу, но он просто дельфин. У ската очень колючий хвост. Может, жарит, как медуза тоже? У ската передняя часть очень опасная. Если укусит скат, то можно получить какую-то инфекцию. Скат – это большая рыба, бьется током. Вот поэтому он опасен. То, что он бывает электрический, потому что его можно не заметить, и на него можно наступить. Он похож на землю немножко и ударит сильно током. Скат опасен для человека, потому что он взрывается. 4. У осьминога такие большие ноги и щупальцы. У осьминога 4 ноги. Эти ножки называются щупальцы. Ну, могут прижать палец, будет очень больно. Ног много. У осьминога 3 ноги, чтоб плавать. 8. У осьминога 8 ног, и на нем дырки какие-то. И он может схватить человека и непонятно куда положит. Думаю, 8 лапок осьминога. И на этих лапках много водорослей. У меня полоски есть у некоторых. Она полосатая, как тигр, но это все равно акула. Акулу назвали тигровой, потому что она очень большая, и у нее клыки большие. Когда она кусает, можно получить и травную инфекцию. Потому что она кусается, как и тигр, и большая, как и тигр. Акула опасная, потому что тигровая. Тигр опасна, и она опасная. А как же? Опаснее обычной. А бывает китовая акула, она больше этой. Она даже знает, что может проглотить корабль с катером. Потому что она ест людей. Она хищная. Потому что акула может половину человека съесть. И зубы очень большие. И у нашей собаки такая же большая пасть.